На нашем телеканале продолжается рубрика «Вместе дома». Мы показываем и рассказываем, чем занимаются жители нашей республики во время вынужденных выходных. Участником может стать каждый из вас. Присылайте свое видео на почту ntrk21.ru и расскажите, чем вы занимаетесь дома. А сегодня гость нашей рубрики – мама троих сыновей Наталья Королева. Всем здравствуйте! Меня зовут Наталья, и мы находимся на самоизоляции. А это мои сыночки Саша, Миша и Лёша. Вот так мы и учимся всей семьей, все вместе во втором классе, вместе с Сашей. Вначале задание делает Саша, потом я проверяю. Я и учитель, и воспитатель. Я работаю инструктором по йоге, а поскольку сейчас все фитнес-центры не работают, то я занимаюсь со своими учениками онлайн. Обед по расписанию. Готовить сейчас приходится даже больше, чем обычно, потому что все дома.